Одесский исполком утвердил объем госзаказа на обучение выпускников профессионально-технических училищ города. Среди них и Высшее объединенное профтехучилище сферы услуг Одесской юракадемии. Теперь учреждение может принять на бюджетную форму обучения наибольшее количество молодых людей среди всех профтехучилищ. Это стало возможным благодаря инициативе Украинской морской партии и лично ее лидеру Сергею Кивалову. Мы четко понимаем важность этих профессий, нужность этих профессий, потому что не все могут, хотят получать высшее образование, а слесари, сантехники, швеи – это те рабочие востребованные профессии, которые нужны в обществе при любой ситуации. Национальный университет Одесская юридическая академия гордится тем, что в составе есть профессионально-технические училища. Это, так сказать, социальный проект нашей команды, и мы убеждены, что поддержка рабочих специальностей из городского, регионального бюджета, областного бюджета – это безумно важно. В самом же училище говорят, что госзаказ дает возможность не только обучить молодежь, но и сохранить рабочие места. Мы получили достаточный объем мест для сохранения рабочих мест наших мастеров и преподавателей, возможность для подготовки жителей города на бюджетной основе. Ежегодно училище сферы услуг Юракадемии выпускают сотни квалифицированных специалистов, которые востребованы на рынке труда. Это будущие администраторы, парикмахеры, мастера швейного дела и модельеры. В период эпидемии учреждение взяло на себя социально ответственную миссию и бесплатно пошило несколько тысяч масок. Их передали различным учреждениям, в частности, в Дом милосердия при Свято-Архангела Михайловском женском монастыре и в 10-ю горбольницу.